Доброго времени! Меня зовут Лана, и сегодня мы с вами поговорим о 25 мая. В этот день активируется работоспособность и научная деятельность. В этот день поступят новые предложения, и эти предложения окажутся очень успешными. Это период душевного равновесия. 25 мая вас ждет успех в торговле и в рискованных делах. То есть в этот день можно рисковать, вас будет ждать успех. Символ этого дня – леопард. Что несет леопард? Несет он неустойчивость энергетики и плохое самочувствие. Поэтому вы должны большое внимание уделить своему здоровью и своей энергетике. Что касается дел. В этот день можно заниматься рукоделием, кулинарией, выпечкой. То есть порадуйте своих родных, любимых и близких вкусными тортами и пирожными. Также можете заняться влажной уборкой и стиркой. Но нежелательно в этот день стричь и красить волосы. Не нужно. Перенесите стрижку волос на другой благоприятный день. Что касается любви. Что вас ждет? А ждет вас повышенная эмоциональность, чувствительность и заботливость. То есть вы захотите заботиться о своих любимых, что можете получить и в ответ такую же заботу. Здоровье. В этот день недопустимы операции и другие процедуры на пищеварительной и эндокринной системе, а также на груди. Поэтому если вы планируете заняться именно этими органами, то перенесите это на другой день. Вот такие вам советы дают звезды и силы на 25 мая.